Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня речь пойдет о бугенвилле, о ее интересном гибриде. Посмотрите, пожалуйста, он фиолетового цвета, предцветковые листья. Что самое интересное, при росте и развитии они бледнеют и становятся белого цвета, белого, нежно-кремового. Прицветковые вот эти листочки нежно-фиолетовые, внутри сами цветочки зеленого такого даже цвета. Вот он, цветочек зелененький, чуть-чуть желтенький по краям. Белого цвета становится, и вот вызревают уже внутри семена, нежные, миленькие. Смотрите, какая нежная красота, нежный, приятный такой цвет, очень модный в этом сезоне, и бугенвилля соответствует тенденциям моды. Конечно, за любым растением нужен уход, и желательно в этом случае бугенвиллю сформировать, так как это лиана, сделать ей хорошую опору, и тогда она будет радовать таким окрасом своих хозяев. Нужно немножко приложить заботу о растении. Сам вид очень интересный. Напишите, как вам понравился такой цвет. Бугенвилле. Здесь либо ее сформировать как деревом, дать ей опору жесткую металлическую и пустить уже, выбрать самый крупный ствол из всех из этих и пустить сформировать как дерево, либо сделать из нее живую изгородь. А с вами была Георгиевская Татьяна, и я желаю вам видеть красоту рядом с вами. Смотрите вокруг, и вы обязательно что-нибудь красивое, интересное найдете. Пока-пока!